индийский плантационный черный чай первого сбора. Он происходит из знаменитого региона Дарджилинг. Плантация расположена в горной местности на высоте примерно от 1000 до 1800 метров. Маргарет's Hope уже много лет входит в число лучших мировых сортов. Его яркий янтарный настой обладает ярким цветочным вкусом и ароматом с немного вяжущим, но сладковатым послевкусием. Рекомендуется для ценителей чая. Напиток стоит заваривать от 3 до 5 минут при температуре воды 90 градусов Цельсия. Потребуется 1 чайная ложка заварки на 150 мл воды.